Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Биндаванам Манухарам Банча Калпатарвача Кипасинда Бевача Патитанам Павуне Бхавайшна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайта Гирим Джат Кипатамахам Банде Парамананда Мадамам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сватто Ваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарун чайва наруттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катхо падеш Гаурия патрашва пракаса неча Шадану ракта гуру бхакти жукта Бхакти прамадакша жагод баруньо Дейям сада парибхавагнам авиштодохам Тетаспадам сива виринчанутам сараньям Бетатихам панатапал бхавадибхутам Банде Махапурушате Банде Махапурушате чарунаравиндам Ятпадапаллабанакачандамани чатая Беспуриджита кимапигапавадушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадхикамай када кипанкаруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камалайо Такшо Бишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Прия Кару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Барануси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясясте Хидай Самбир Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Гурур Анугрихе Найва Пуман Пурна Пасантай
Гурор ануграхен наива паман пурна пасантай. Гурор ануграхен наива паман пурна пасантай. Нахам иджа прджати бьям тапасо упасаменва. Тусеям сарва бхутатма гуру сосасая жатха. Нахам иджа прджати бьям. Нахам иджа прджати бьям тапасо упасаменва. Тусеям сарва бхутатма гуру сосасая жатха. Горья Гоштипати. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, все говорят, сегодня день ухода моего Гурупад Падма, но я думаю, что сегодня день его явления. Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, сегодня все говорят, что сегодня день ухода моего Гурупада Падмы. Но я думаю, что сегодня день его явления. Поскольку, когда Гурупад Падма ушел из этого материального мира, он занял, он навеки вошел в мое сердце. Теперь он восседает в моем сердце навсегда. В действительности, понятие явления и уход вайшнава философская тема, потому что не может быть ни ухода, ни явления Гурупада Падмы, потому что он существует вечно. Соответственно, он не может уйти, он не может покинуть этот мир. Мы лишь оперируем такими понятиями, как тирабав и авирбав, для того, чтобы то есть мы празднуем тирабав и авирбав вайшнавов, чтобы обрести возможность следовать этим титхам, прославлять Гурупад Падма. Если мы будем в точности следовать правильным предписаниям на день ухода явления вайшнавов, мы обретем большое благо. Если я действительно испытываю разлуку в сердце, благодаря ей я обрету огромный успех в баджане. Потому что разлуку я могу испытывать лишь с тем, кто, с кем уже встречался. Как можно испытывать разлуку с тем, кого вы никогда не видели, когда кого вы не понимаете? Конечно же, вы не будете плакать по такому человеку. Определенно вы вдохновились качествами, деяниями определенной личности, и поэтому вы испытываете разлуку с ним. Итак, разлука возможна, если была встреча, вираха возможна, если был милан. В Бхагаватам сказано, Шутас-шапун-шам-сучиро-самасья,
Вы вкладываете так много энергии и средств для того, чтобы изучать Веду, Веданту, для того, чтобы показать всем, что вы пандит высшего уровня. Изучайте Веду, Веданту, Упанишады, Бхагаватам. Вкладывайтесь так сильно. Я сам видел, как в Варанаси, в Пурушоттама Дхаме, маленькие мальчики изучают Ригведу, Самаведу. Насколько необходимо чистоты для того, чтобы действительно их постичь. Если вы совершаете какую-то ошибку, когда вы будете читать стихи Чайтанья-чаритамриты, Бхагаван простит вас. Но если вы совершите ошибку в произношении, декламируя Веды и Веданта, Бхагаван определенно накажет вас. Таким образом, лишь избранные могут этим заниматься. Женщины и шудры не могут. В действительности, для того, чтобы обучаться Веды и Веданте, необходимо поддерживать чистоту, вести чистый образ жизни. Даже во сне не должно быть никаких порочных явлений. Все органы чувств должны быть под контролем. И в таком состоянии можно приступать к изучению Веданты. Но обусловленные души, как говорит Шукадева Госвами, находятся в очень печальном состоянии. Обусловленная душа не может и часа высидеть на одном и том же месте. Она постоянно беспокоится. То ей нужно попить, то ей нужно в туалет. Это естественно для обусловленной дживы. Но лишь когда джива обретет контроль над органами чувств, она может приступать к обучению Веды-Веданты. Вы знаете, сколько усилий необходимо приложить, чтобы выучить 18 тысяч шлок? И малейшее отклонение от правильного произношения лишит вас результатов. Чтение, читают Веды, даже как-то руками жестикулируют. Когда-то руку с ладонь разжимают, в другой раз сжимают. То есть очень большие аскезы. Именно поэтому браманы так могущественные, подлинные браманы. Но вайшнав не может даже сравниться с браманом, настолько вайшнав возвышенен. Огонь может сжечь. Нельзя засовывать в огонь руку. И когда ребенок засовывает, можно было бы подумать, что огонь может пожалеть его, ведь это маленький ребенок, но все равно он также обжигает ему руку. Точно так же много людей умирает от солнечного удара в пещерах, в пустынях, во Вриндаване, умирает от солнечного удара. Солнцем не стоит шутить. В настоящее время чистые браманы редки. Тем не менее, даже чистого брамана нельзя сравнивать с чистым преданным, с подлинным вайшнавом. Если
Кто-то оскорбляет вайшнава, он умирает. Допустим, человек по судьбе ему прожить еще 20 лет, но он оскорбляет вайшнава, и жизнь его укорачивается, он становится, человек становится уродливым, теряет красоту. Если человек совершает оскорбление, и он утрачивает репутацию, Майя Деви лишает вас всего. А если же какой-то старший человек, а если же вайшнав благословит вас, то вы обретете все. Я сам знаю на практическом примере. Я знаю одну женщину, которая была уродлива. Я сейчас не говорю, кто красивый, кто плохой. Я просто имею в виду, что действительно она не была красавицей. Тем не менее, она стала привлекательной благодаря бхакти. У нее было огромное бхакти. Поэтому какая-то прелесть, какая-то сладость в ней была. Так вот, если вы будете шутить с гуру и вайшнавами, если вы не будете с почтением относиться к ним, вы лишитесь всего, что у вас есть, на каком положении, какое положение бы вы ни занимали. Шлока из Бхагаватам. Которую я недавно произносил, говорит о том, что можно изучать Веды, Веданту, и можно заслужить почтение от всего мира, стать профессиональным оратором, ученым. Даже в нашем вайшнавском обществе есть много людей, которые получают двойные степени учености в веданте, в изучении веданты. Тем не менее, не можно доказать, что они лишь получили степень, но ничего кроме этого нет. То есть так сейчас ценятся ученые степени, так чтобы и весь мир начинает уважать за степени ученые. Но Прабхупад никогда не стремился ни к каким ученым степеням. Прабхупад мог бы получить бесчисленное количество этих степеней, тем не менее он этого не делал. И поэтому мы относимся к этому как к чему-то, в чем нет необходимости. Эти ученые степени лишь украшают мое материальное положение. Но какой в нем смысл? Если я хочу стать преданным, я думаю, что у меня нет квалификации даже принять дикшу от Гуру Падмы. Я даже не понимаю, почему он принял меня. Честно говоря, если я посмотрю на людей по всему миру, не сыскать подобающего кандидата в соответствии с шастрами, кандидата в получение дикши, я не мог бы получить дикшу. Лишь по своей милости Гуру Падма принял меня, потому что он хотел мне добра, чтобы я из своего падшего состояния, чтобы я получил освобождение. Таким образом, если мы
посмотрим, то ни у кого нет квалификации для дикши. Потому что ключевой момент — нужно осознать, что вы абсолютно беспомощны, настолько беспомощны, что умираете. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху. Я предлагаю свое тело твоим лотосным стопам. Это первое качество, необходимое для получения дикши. Ничто не поддерживает, нет у вас никакой поддержки. Ни в деньгах, ни в людях. Гурупад Падма приводил пример, как тонущий человек хватается за соломинку, точнее, за какую-то палку или за ветку, то есть то, что может вытащить его. С таким вот отчаянием человек цепляется в нее. Так вот, если у вас не было такого чувства, что вы как будто бы тонете, и у вас единственное спасение — вот эта соломинка, вот эта вот палка, ветка. Если нет такого ощущения, то вы не являетесь подобающим кандидатом для получения дикши. Как когда наводнение, всюду вода, и люди по-настоящему тогда молятся: «Спасите, спасите». А мы не плачем. Нам нормально, нам комфортно, у нас здесь деньги, положение в обществе. Так зачем вообще дикшу-то получать? Что с ней делать будете? Вам же и так нормально. Вам, возможно, никто не говорит о такой правде, но это правда. Так, это было первое качество, необходимое для получения дикши. Второе качество. Прежде всего, то есть вы должны осознать свое положение, свою беспомощность, а затем вы должны начать искать, кто может спасти меня. Может быть, меня спасут деньги в банке, мой счет, или, может быть, меня спасут мои дети, или мой муж, или моя жена. Нет, они не могут. Вспомните, я уже рассказывала о Гаджендре, когда слон Гаджендра осознал, что его вера в его членов семьи бессмысленна, и они не помогут ему. И тогда он взмолился Господу. Итак, необходимо искать, где этот гуру, который спасет меня, и кто постоянно совершает баджан, тот, кто является воплощением Баладауджи Махараджа, даже не воплощением, а самим Баладауджи Махараджа. Не гуру-обманщик. И не стоит смотреть, сколько раз он посещал западные страны с проповедью, сколько храмов он построил, сколько у него последователей. Нужно определить, кто нирмацара, у кого нет зависти в сердце. Итак, это первый признак преданного. У него нет зависти, и поэтому он может рассказывать харикатху. У него нет зависти, и он может рассказывать. Он тринадапи, он смиренен. Таким образом, необходимо второе качество — это необходимо желание найти подлинного гуру. Третье условие — необходимо предаться такому гуру, но предаться по-настоящему, без остатка. Тем не менее, редко кто на это способен. Предаться до какой-то степени, может быть, люди могут. Таким образом, если вы полностью не предались, это говорит о том, что
дикша не завершена на 100%. Возможно, она завершена на 20%, 40%, 60% или даже 80%. Все зависит от количества шаранагати, которым вы обладаете. Шаранагати, лотосным стопам садгуру. Сколько шаранагати, столько результатов вы получаете в ответ. Столько осознаний вы получаете в ответ. Несмотря на то, что Прабхупад сказал, что ачарью никак нельзя ни выбрать, ни проголосовать за него, ни назначить. Гуру является пожеланием Баларама. Сам Баларам предстает в образе садгуру. Он распространяет себя в садгуру. Для того, чтобы освободить нас. Но мы настолько глупы, что мы пытаемся обмануть гуру. Мы не осознаем, что он мой величайший доброжелатель. Он хочет освободить меня, он хочет помочь мне, но я начинаю обманывать его, вступать в политические игры с ним. Тот, кто поместит лотосные стопы Бхагавана в своем сердце и закроет их там на замок, не позволяя ему уйти. То есть вот, вот такой саду нам необходим. Мы должны прославлять такого саду. Такого саду, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджи. Если мы просто от всего сердца произнесем его имя, мы получим несравненное благо. С утра я вспоминаю, перечисляю вайшнавов. И чем больше вайшнавов я вспоминаю, тем больше возможностей в духовной практике у меня появляется. Как я могу без каких-либо усилий, с легкостью поддерживать все служение, которое сейчас происходит, которое я пытаюсь совершать? У меня нет сил для этого, у меня нет квалификации, возможности для всего этого. Тем не менее, все служение совершается само собой. У меня нет головной боли от него. Все по милости Гуру Пада Падме происходит. По милости этого великого спутника, личного спутника Прабхупады. Все по его милости. Это все, что я делаю. Это не мои способности, не мои возможности. Это лишь по его милости. Поэтому для нас более практично воспевать славу великих вайшнавов, чем изучать Веды Веданту. Я знаю людей, которые последние 80 лет изучают вьякарану, но по сей день этот человек не может писать на санскрите. А, простите, 18 лет, 18. Он изучает панини, вьякаран, но до сих пор не пишет на санскрите. Тем не менее, он уже известен как пандит. Так вот, почему бы просто не прославлять гуру вайшнавов от всего сердца? Вы благодаря только этому сможете получить освобождение. Потому что в шастрах сказано, если я буду прославлять гуру и вайшнавов, я получу освобождение, освобожу сам себя благодаря этому процессу. Но в действительности мы прославляем их не для того, чтобы обрести благо, но мы просим о милости. И тогда в ответ на это они освободят нас от наших страданий, освободят нас от нашего плачевного состояния. Но для этого необходимо принять прибежище Гуру Падме всем сердцем. И в таком случае лишь вы сможете обрести дикшу. В настоящий момент мы не являемся теми, кто может ее получить.
Меня, к примеру, никто не привел к моему Гурудеву. Никто мне не указывал, вот там Гурудев, там великий Вайшнав, пойди посмотри на него. Я просто сам молился, и я не знал, куда идти. Но день и ночь я молился Балараму. И именно он указал мне, без помощи кого бы то ни было, я обнаружил своего Гурупаду Падму. Поэтому у меня есть стопроцентная вера в то, что если мне гуру по-настоящему нужен, Баладев увидит желание моего сердца и даст его мне, я обрету гуру. Я там не искал в интернете, кто, какие гуру сейчас доступны. Все произошло автоматически. Само собой. Прежде всего, необходимо почувствовать свою беспомощность, как во время потопа поток воды смывает все, что появляется у них на пути, и люди тогда по-настоящему молятся, когда все затоплено, они каким-то чудом выжили, они молятся о помощи. И также должны молиться мы для освобождения обусловленных душ из самсары. Мы готовы тратить литры крови, говорит Прабхупад. Мы должны быть готовы тратить литры крови на освобождение обусловленных душ. Тем не менее, нет никаких гарантий, что эта обусловленная душа примет мою помощь. Она в любой момент может отпнуть меня от себя. Обусловленная душа даже может жить рядом с преданным и наблюдать, что преданный делает день и ночь, а потом этот преданный падает. Все возможно в этом мире, мире Майя. Таким образом, я сам себя прежде всего должен спросить, является ли мое служение служением гуру. Потому что у меня есть склонность обманывать, склонность к обману в сердце. Но кого я могу обмануть? Я сам себя обманываю. Я не могу обмануть Гурупада Падму. Прежде чем заявлять, что я служил Гурупада Падму, я прежде всего должен спросить себя, правда ли это, совершил ли я гуру севу, или я искал какую-то корысть, искал какую-то выгоду для себя, или я занимался бизнесом с гуру Пада Падмой. Нужно прикоснуться к шалаграмму и поклясться, что это служение было настоящим. Если мы даже в материальном мире неправдивы, материалисты и преданные даже, они не стесняются лгать. Материалисты, а точнее даже не так, материалисты даже стыдятся говорить ложь. Но в наши дни те, кто занимает лидирующие позиции, называют себя саду, лгут без угрызения совести. Так если я даже не могу говорить обычную мирскую правду, как я могу принять прибежище у правды абсолютной? То есть если я не принял прибежище у материальной правды, как я могу принять прибежище у правды абсолютной? Если даже для себя я честно не могу признаться, вот это плохо, а вот это хорошо. Поэтому Прабхупад вновь и вновь говорил, что служить Гурудеву и принимать от него служение, хоть и выглядит с внешней точки зрения, то есть с внешней точки зрения выглядит абсолютно одинаковым. Это как будто бы одно и то же. Так вот, если так называемый преданный не обладает пониманием
даже обычных материальных нравственных законов, то как он может говорить о законах трансцендентных? Так вот, Прабхупад говорит, с внешней точки зрения выглядит, что одно и то же, что служить Гуру Падападме, что принимать от него служение. И глупцы не видят разницы между этим. Они думают, о, да, я служил. Но нужно подождать и понаблюдать, прежде чем принимать на веру такие заявления, потому что время покажет, было ли служение подлинным. Ведь тот, кто был настоящим гуру-севаком, тот, кто посвятил всю свою жизнь целям санкиртана-яги, определенно он не сможет пасть, и он получит, то есть он обретет трансцендентное сознание. И именно такого вайшнава мы должны искать. Если я обману Гуру Пада Падму хотя бы на одну рупию, я отправлюсь в ад. Допустим, кто-то дал пожертвование моему Гуру Пада Падме через меня, и я отдал часть, но другую часть не отдал, а другую часть оставил для себя. И вы не представляете, что может быть за это. Допустим, Гуру Падма, к примеру, дал мне какие-то деньги и сказал, вот делай на эти деньги и купи то-то, 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 сделай то-то, то-то, то-то. И я сделал, но какая-то часть денег осталась у меня. Я не хотел Гуру Падма обмануть, но я просто забыл, что у меня осталась дача. Не отдал Гуру. И все. Все. То есть я не хотел Гуру Падма обмануть, но просто как-то я потратил эти деньги на себя. И все, жизнь ваша закончена. Вы думаете, это шутки? Вы думаете, Хари Баджан, это шутки? Таким образом, Прабхупад объясняет, что служить Гуру Пада Падму и принимать от него служение не одно и то же, хотя выглядит как нечто идентичное. Лишь из своего возвышенного положения Гуру Пад Падма принял меня. Я слышал, как один человек, один проповедник сказал, что кто знал Гуру Пад Падма? Все знали его от меня. Я рассказал всем о Гуру Пада Падме. Но разве я правильно говорить так? Что, то есть он утверждал, что весь мир узнал о Гуру Пада Падме благодаря мне. Но разве Кришна не распространяет славу своего преданного по всему миру? То есть неправильно думать, что это делаю я. Правильно думать, что, возможно, это Кришна? То есть это делает Кришна? Вы что думаете, Кришна беспомощен в этом? Лучше такому проповеднику вернуться домой и жениться. Таким образом, мы обманываем Гуру Пада Падму, но не осознаем, что обманываем сами себя. Гуру Пад Падму обмануть невозможно, потому что он находится на невероятно высоком уровне. Я даже не могу увидеть его, как я обмануть могу. Таким образом, Гуру Сева настолько важна, что если, допустим, мы от него слушать будем годами, жизнь за жизнью, у нас не появится столько осознаний, столько
необходимых осознаний. Жизнь за жизнью можно слушать о Гуру Татве, о том, как служить Гуру Варге. Нет никакой уверенности в том, что у меня будет шанс служить, что я смогу так служить, как... Суть в том, что надо делать в точности то, что говорит делать Гуру Падма, в точности исполнять его наставления, не уклоняясь ни на миллиметр. Нельзя делать так, что Гуру Падма говорит одно, а вы делаете что-то другое. То есть он вас наставляет, а вы делаете, как вам хочется. Это неправильно. Нужно следовать в точности. Нельзя менять ни его наставления, ни его философские заключения, ни что бы то ни было еще. Потому что малейшее уклонение от следования Гуру Пада Падме выбросит вас из Хари Баджана. Весь мир может почитать вас, вешать на вас гирлянды, называть вас Джагадгуру. Но они могут говорить все, что хотят. Будьте осторожны. Малейшее уклонение лишит вас возможности совершать Харибаджан. Обусловленные души столько планов строят. Махарадж, я могу сделать это, я могу сделать то. А я успокаиваю, говорю, спокойно, подождите, я знаю тебя. Я знаю, у тебя столько планов. Я останавливаю, говорю, подожди. А в конце концов, у такого человека не остается время, он не может найти время для служения. Итак, Гуру Падма принял решение в определенное время, в один день отправиться во Вриндаван. Он долгое время собирался, я паковал книги. Наступил тот день, когда нужно было ехать. После арати мы организовали машину. Я провожал Гуру Махараджа до аэропорта. Я не планировал, что я поеду я также. Я только провожал его на машине. Гуру Падма лежал в машине, а его лотосные стопы были на моих коленях. Я был очень счастлив ехать таким образом. Проехали мы хорошо, доехали до Калькутты успешно. Доехали до аэропорта, и тогда служащий аэропорта, увидев, что привезли саду, которому уже было почти 100 лет в то время, организовали особую комнату отдыха, где сели мы с слугами Гуру Пада Падмы. И пока мы ждали, Гуру Падма давал мне наставление. Он сказал: «Сын мой, любовь между мужчиной и женщиной, между матерью и ребенком материальная». Он показывал мне разных людей и говорил: «Посмотри, как они любят друг друга там, в аэропорту». И заключал, что все это материально. В конце концов, я сказал, что Махарадж, время выходит, вам уже пора на
самолет. Ты что? А он спросил меня, ты что, не поедешь? Нет, у меня нет билета. И Гуру Махарадж удивился, почему ты не едешь. И он сказал, что я хотел бы, чтобы ты поехал. Я обратился тогда к одному из сопровождающих, он был состоятельным человеком, у меня денег не было, я обратился к нему. Не могли бы вы одолжить мне немного денег? Я куплю билет на самолет, и когда вернусь, я верну эти деньги. И в конце концов смогли раздобыть этот билет, и я полетел вместе с Гуру Махараджем. Это путешествие с Гуру Махараджем было очень важным для меня, потому что всю дорогу я наблюдал за Гурупад Падмой, его чистоту, наблюдал за его чистотой, за его поведением. Мы прилетели в аэропорт в Дели. Подъехала машина за Гурупад Падмой. Мы поехали в Вриндаван. Там преданные встретили Гуру... то есть пока мы ехали, по пути преданные принимали прасад, но я не привык так есть. Гуру Махараджа спрашивали, Гуру Махарадж, вы не хотите принять прасады? Он сказал, конечно, нет, я еще не получал, не прочитал гайтри. Я даже пить не могу, пока я не прочитал гайтри. Я должен доехать до Матха, там прочитаю гайтри, и только потом буду вкушать. И вот этому в том числе я научился от моего Гуру Падмы. Потому что он сам обучил меня, как поддерживать чистоту ума, чистоту внешнюю. То есть мы даже напоить Гуру Махараджа не смогли. Он отказывался. Затем приехали в Дауджи Мандир. Там построили новую комнату для него. Там он принял омовение, прочитал гайтри, аник. И только потом он попил. Вы посмотрите, ему было 100 лет в то время. Какое у него было терпение. Мы учились, глядя на него. Однажды один доктор из Кришнанагара. То есть всему мы обучались у Гурупада Падмы. Если вы осквернены, даже смотреть на вас, даже если у вас сердце осквернено, если какая-то кама есть в сердце, на вас посмотрит тот, кто должен рассказывать харикатху, он оскверняется. И также вы не сможете рассказывать харикатху, если в сердце осквернение. Лекции будете рассказывать, но не харикатху. А Гурупад Падма предупреждал, что не надо никаких лекций. Не вздумайте давать лекции. Рассказывайте харикатху. Поэтому я лучше вообще не буду говорить, чем буду говорить лекции. Итак, мы оставались во Вриндаване до жары, до наступления жары. И затем мы решили отвезти Гуру Махараджа в Пури, в Нилачала Кшетру. Но между тем я отлучался в Майпур, и уже сам Гурупад Падма, то есть повезли уже без меня Гурупад Падму в Нилачала, в Пурушоттамадхаму. И до последних своих дней он оставался там. То есть он оставил тело в Пурушоттама Кшетре. Джаганатхапури. Несмотря на то, что у меня нет квалификации, он наградил меня белыми одеждами, имеется в виду. Распурнима Дэй. О,
дал мне Бабаджи Вешу. Было полнолуние, всю ночь я не спал перед получением Бабаджи Веши. Я лишь смотрел на крышу, на чакру храма Джаганатха. В то время с чакрой Тиртхи, которая находится на берегу океана, можно было увидеть чакру Тиртху храма Джаганатха. Сейчас уже ничего не видно, потому что все застроено. Тем не менее, тогда я всю ночь глядел на нее. А утром я пришел к Гурупада Падме, предложил ему поклоны и сказал: «Я не спал всю ночь». А в чем дело? Почему не спал? Потому что... Гурупад Падма встретил меня и сказал: «Я не спал всю ночь». Я спросил: «А что, в чем дело, Гуру Махарадж, почему?» Я размышлял о твоем будущем, точнее, я наблюдал твое будущее. Я удивился. Я такое ничтожное существо, а Гурупад Падма думал обо мне. Тогда я помог Гурупад Падме принять омовение, он поставил тилаки. И в действительности он все время шутил со мной. И так он начал шутить: «Ты знаешь, сегодня ты должен получить каупи, но ты знаешь, что это значит?» Мы тогда были один на один, и именно тогда Гурупад Падма дал мне мантру, объяснил ее значение и как мне нужно следовать ему. Он сказал: «Не вздумай смотреть по сторонам, иди прямо, иди вперед, иди вперед, не оглядывайся. Теперь твой путь лежит во Вриндаван». Сейчас мы сели в машину, а она направляется во Вриндаван, и тебе нужно достичь его. Так сказал Гуру Махарадж. Когда ему исполнялось 100 лет, был устроен огромный фестиваль, огромный праздник. Но я был занят публикациями книг. Публиковали на разных языках, и английском, испанском даже, хинди, бенгали. Хотя я даже не знаю испанский, но я был обязан собирать статьи и направлять тем, кто занимался переводами на испанском. Печатью занимались преданные из Америки, и они очень торопили меня со статьями. И получилось так, что я послал. Но вышло какое-то недоразумение, и они очень строго со мной разговаривали, что нужно срочно присылать. И то есть во время этого фестиваля я был занят срочным служением, связанным с публикациями, с печатью книг. Единственная отрада для меня в то время была чувство, была мысль о том, что Гуру Махарадж будет очень доволен, если он возьмет в руки журнал, к которому я приложил столько усилий. Я знаю, что, возможно, это все незначительное служение, тем не менее, Гурупад Падма будет очень доволен. На английском также, то есть это имеется в виду журнал к 100-летию Гуру Махараджа. На хинди и на английском такой же издался. Но потом я в процессе обнаружил, что я очень болен. И оказалось, что у меня малярия. В храме был очень старший преданный Махарадж, Хришикеш Махарадж. Он заставил меня смерить температуру или пойти к доктору. Он сказал: «У тебя же жар». А я говорю: «Да мне некогда, мне нужно служением заниматься». И в конце концов меня отвезли к доктору, поставили диагноз, что у меня малярия. Но я продолжал работать.
я все книги с собой взял, и, то есть это происходило в Майпуре, я взял уже напечатанные журналы и привез их на фестиваль, то есть журнал к столетию Гуру Махараджа, и привел в Пури на фестиваль с малярией. У меня, к сожалению, не было даже сил пойти на само празднование. Они устроили там огромное помещение, зал, где происходила вся торжественная часть. Но я был доволен тем, что у меня все-таки получилось завершить, издать этот журнал. Но что я хочу сказать, что я за всю свою жизнь ни одной рупии у Гуру Махараджа не взял, ни на какое служение. И вообще совершенно не брал никаких денег, тем не менее, как-то я поддерживал свою жизнь. По милости, по его милости, я до сих пор живу. И у меня нет никакого недовольства жизнью. Единственное недовольство заключается в том, что у меня недостаточно времени, чтобы совершать, то есть для баджана. И все вы помогаете мне, исправляете меня. Конечно же, я хочу сказать много о своем Гурупада Падме. Тем не менее, я даже не могу прикоснуться к к его славе, что я могу сказать? Только Бхагаван Анантадев может прославлять его. Что могу я? Так вот, несмотря на то, что сегодня Тирабав, день ухода, я думаю, что сегодня день явления Гуру Махараджа. Хотя с внешней точки зрения он отсутствует здесь, его здесь нет. Тем не менее, я знаю, я вижу, что он постоянно ведет меня, он постоянно наставляет меня. Если я совершаю какую-то ошибку, я вижу, как Гурупада Падма начинает ругать меня. Ты что, ты же харикатху рассказываешь, почему ты тут допустил ошибку? И я исправляюсь. Таким образом, по сей день Гурупада Падма наставляет меня каждую секунду, он наблюдает за мной. Я не знаю, примет ли он меня после того, как я оставлю свое тело, примет ли он меня, ждет ли он меня там, в трансцендентном мире, примет ли он меня туда. Тем не менее, мне жаль, что я до сих пор не квалифицирован для этого, но в действительности он способен наделить даже квалификацией. Все зависит от него. Итак, сегодня день ухода его. Сегодня день ухода Парамахамса, гуру Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, и я могу пытаться отплатить ему до бесконечности, до последнего своего вздоха, отплатить его лотосным стопам, тем не менее, безуспешно. Все это будет безуспешно. Я буду стараться изо всех сил. Тем не менее, я знаю, что я никак не смогу его отблагодарить. Я молюсь, чтобы он меня в моем поглощенном положении благословил так, чтобы я смог дальше продолжать служить, чтобы я смог продолжать харикатху. Я обещаю, что у меня нет никакого желания ни храмов, ни проповедовать за рубежом, ни денег. Все, что я хочу, просто рассказывать харикатху. Я не хочу ни денег собирать, ни что бы то ни было еще. Я знаю, что по милости Бхагавана я смогу жить так или иначе. И молюсь о том, чтобы у меня была возможность дальше рассказывать харикатху. Моя ошибка, моя проблема в том, что я никого не хочу обманывать. Поэтому меня отовсюду прогнали. Вы можете слушать, а можете уйти, это зависит от вас. Но
говорю, то есть я заключаю, что главная моя ошибка — это моя правдивость. У меня может быть много недостатков, но вот это главный. Так, вчера мы говорили о пауке. Он 23-й гуру. Вы знаете, героя Человек-паук, как дети очень любят Человека-паука. Так вот, паук говорит Аватхут Махарадж, мой гуру, потому что я увидел, как он плетет паутину, тем не менее он не прибегает к каким-то внешним инструментам. Он испускает эту, то есть извлекает нить для паутины изо рта, а затем он ее просто поглощает, и она сворачивается. Я подумал, поразительно, он ни к чему, никаким инструментам не прибегает, он просто извлекает из себя эту паутину, а потом назад ее поглощает. Поразительно. My 23rd guru is a spider because he is going to teach me that. Он стал моим гуру, потому что обучил меня тому, что Бхагаван — изначальная причина бесконечных миров. Он — причина всех причин. Он сотворил материальный мир. А когда этот мир должен будет перестать существовать, Бхагаван просто поглотит его, то есть берет его в себя. Помните, мы говорили о том, что когда плотность материального мира становится слишком сильной, то есть плотность сжимается, мир превращается в крошечный объект. Если кто-то вас спросит, что-то небольшое можешь понести? Но я прежде всего должен задать вопрос, что это за объект, имеется в виду, насколько сильна в нем плотность, имеется в виду, что плотность зависит от объема. So without asking that object, what is that object, what is that object, what is the density, I should not say yes or no. So this way we see all the items of the world, all the items of this world. Ultimately, таким образом, все, что есть в этом материальном мире, все объекты этого мира входят в назначенный срок в самого Бхагавана. Поэтому вспомните, что я говорил. В Бхагаватам сказано, что Бхагаван ответственен за то, что, когда, где и как происходит. Он изначально, потому что он изначальная причина всех причин, всего происходящего. Поэтому-то нам и нужно понимать, что жизнь не имеет смысла без Харибаджана. В один момент нам придется оставить эту материю, это материальное тело.
Поэтому не забывайте о славе Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Постоянно пытайтесь ее осознать. Потому что вы должны достичь высшего уровня. А Вадхут Махарадж в действительности говорит сокровенные моменты, сокровенные истины. А кто из нас бы так вот обладает таким видением? Кто бы из нас стал сидеть и рассматривать паука и думать таким образом? То есть мы постоянно видим пауков, но такой урок из этого мы не выносим, как правило. И в этом мире бесчисленное количество объектов, которые могут научить нас многому. А Парамахамса постоянно точно так же извлекает уроки из всего, что видит. Даже в нас он увидит уроки для себя. Обязан Гуру Падма помочь вам избавиться от ложного эго. Каков смысл в жизни, если у меня до сих пор не получилось избавиться от ложного эго? Какой смысл в жизни, если я хочу продолжать вращаться в цикле рождения и смертей? Это говорит о том, что я просто неразумен. Так вот, 23-й гуру обучил меня тому, что все создано Бхагаваном. У нас нет права назвать своим даже наше тело. Нет права назвать своим даже ум, потому что ум тоже материален. И, соответственно, он дан нам Бхагаваном. Свой ум, свой интеллект вы получили от материи, точнее, от Бхагавана. И поэтому вы не можете утверждать, что они принадлежат вам. Это же дал Бхагаван, как это может быть вашим? Даже ваша атма изошла от Бхагавана. Ваш дух. Все исходит из меня, говорит Бхагаван. На этом я хочу остановиться. Я продолжу сегодня вечером шлока, с которой мы сегодня начали. Я объясню ее вечером. Вишна Бхюн.